Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите прохождение на уровне сложности Божество свежего аддона Xid Mer Civilization 6, который называется Gathering Storm. Я играю за Османскую Империю и надеюсь, что это уже последняя серия моего прохождения. Что-то я угорел, судя по всему, это 14-е. Ох, не думал, что так как-то... Ну, напряжное, два дня очень тяжело работал. Ух ты, космопорт мне повредил в Иссыке. Македонский шпион, ах ты тварина. Слушайте, ну мне надо... Тут еще 5 ходов будет в контрразведке находиться. Ну нифига себе. Ремонтируем, конечно. Надо сажать тут на контрразведку. Ребят. То хрень какая-то полная. Так, высык, давайте. Что еще не обработано вот здесь? Эрмитаж не удалось построить, блин. Так, я хотел пройтись по ресурсам. Так, с этой чувихой я не хочу торговать. Союзничком что? Ничего нету такого. С Маури. А, благовоние. Отлично. С Манса. Оливки у меня есть. С Венгром. Что? Нефрит. Я думаю, что вот не подсвеченное то, что у меня есть. Но я на всякий случай просто торгану. Там явно с кем-то закончится уже скоро. Краситель. Вот красителей нету. А может еще и лисичек продаст? Нет. Наверное, нет. Вообще без проблем торгует. Вот гвоздики какие-то, корица какой-то, что-то новенькое, нет, им он торговать не будет. Корица, наверное, с какого-то, с какой-то ГГшки. А, ну, хлопок не нужен, кофе тоже не нужно. Нормально. Меня устраивает. И с Грузией что? Вот тут она корицей будет торговать. Нет, ей кофе не надо. Нормально. Так. Со счастьем разобрались. Лёша играет потерян. Сколько у меня вообще шпионов? Не знаю, это увеличили? Разве было вообще когда 6 шпионов? Я даже, по-моему, у Франции, по-моему, как количество шпионов увеличили, мне кажется. Явно. Так. Ну что, ПТ-команда умирает. Да, ну эти роботы, конечно, крутые, честно говоря.
Так, подрыв плотины. Люблю подрывать плотины. Чужие, правда. Так, есть первая ядерка. У меня там плывет парень, ее запускать. Что, продуктовый магазин? Ну, тут, правда, рост идет более-менее. Продолжим ядерки, наверное. Или исследовательские гранты давайте. Трабзоне канализация завершена. И больше я тут ничего не буду строить. Значит, исследовательские гранты. А что мы в Балхе сделали? Понятно. Ну, исследовательские гранты это вот для Нобелевской премии по физике. Ну, это вообще тут первые два. А что у нас по людям? О, мне вот этот ученый нужен очень сильно. Поэтому исследовательские гранты буду везде проводить. Девинорум опять выступает. Ну, сейчас похуже выступил, похуже. Кстати, как влияет на Ацтека вообще это все дело? Победа через 125 ходов? Нормально. Слушайте, это котирок группы вообще? Да тут можно туризмом побеждать, ребят. Ребят. Да тут как-то так... Ничего так? Культурное развитие информационной эры. Let there be light. Ракетный крейсер открылся. О, электронную коммерцию надо ставить. Так, где у нас электронная коммерция? Вместо... Давайте вместо дипломатии канонерок поставим. Так, художника берем. Прокачиваем Магнуса. Так, кажется, новый уровень загрязнения. Четвертый, блин. Конечно, тихий ужас уже. Так, но я должен уже первым быть, да, по загрязнению? Нет, еще не догнал Польшу, еще чуть-чуть осталось. Утрачены клетки побережья, прям. То есть они стали клетками моря вообще, вау. Так, союз надо продлить. И с ацтеками. Как он вообще ко мне относится тут? Отправку прям археологи так не понравились. Но вообще, конечно, отношения хорошие. Пушка какая-то до сих пор. Так, этот где у нас? На клетках развлекательного комплекса.
Вот это. Да. Украсть скандал. Ой, сфабриковать скандал. Похитить шедевр. Кто у нас там первый по культуре вообще? Алеонора. Давайте к Алеоноре тырить шедевры. В Париж. Все в Париж, ребята. Так. Где у нас художественный музей? Вон он. Точнее, это Королевский музей будет. Так, ну кто тут еще не умер? Да, ну, слушайте, город-то не может хреново обстреливать, но в плане юнитов поубивать, это очень круто. Ну, я тут для вас пропускаю переходы хода. Откровенно, они, конечно, долгие, но по ощущениям намного быстрее, чем было до дополнения. Но я вам хочу сказать, что тут от меня каждый ход убивается одна ПТ-команда, а город царапает на 2 урона. Этот огромный боевой робот. Но смотрите, сейчас потерял только 9 хп за все это время. Ну, пора город атаковать, наверное. Я думаю, что это один робот может вполне поздно взять. Еще, кстати, обратите внимание, вот Панамский канал. То есть город находится аж в 3 клетках от побережья. Но благодаря Панамскому каналу и, наверное, обычному каналу. Да, это вы видите, просто канал, а это Панамский канал. То есть он тут был построен и дополнительно тут построить. Он может, Торонто может делать корабли и выводить их в море. Очень круто, по-моему. Так, 4 ракеты построили. Делаем исследовательские гранты. Везде исследовательские гранты, потому что вот это очень важный ученый. Очень нам нужен. Ага, тут нету у нас кампуса. Ну тогда операцию Иви построим. Ну а здесь фестиваль на Театральной площади. Так, железная дорога проведена, проведена. Мне надо сюда посадить. Тут уже македонская тварина аж 2 шпионов держит. Так, давайте попробуем. Что у меня 2 музея без тематических бонусов. А тут что? А, здесь нужны 1 типа от различных творцов. Пейзажи, например. Вот еще пейзаж. Это религиозный объект. Нету ничего, ладно. Промышленный, средневековье, средневековье. Сулейман, Монтесума, Монтесума. Короче, мне надо средневековье. Есть какое-нибудь средневековье, ребят? Мне Монтесумы, средневековье. Надо на что-нибудь другое средневековье понять. Так, у этого нету. Блин, а кого-то, как бы посмотреть, у кого есть вообще шедевры, чтобы мне не по каждому лазить. Блин, у кого там культура? Алиенора. Но она, наверное, со мной не будет меняться. Она со мной не будет меняться. Монтесума. Вот Монтесума может. Если у него, конечно, есть. А у него нету. Эх, ладно. Не буду сейчас этим заниматься.
Вот, во время... Давайте сверху. И его отправим в космопорт. Так, это рок-группа... В пределах 10 клеток. Давайте смотреть. А, во-первых, ее переименовать надо. Дикие императрицы. Умственные камни. Давайте умственные усилия. Хорошее название группы. Такая панк-группа, в общем. Так. Как бы так в 10 клетках... Где у нас границы финики? Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Эх, чуть-чуть. Буквально чуть-чуть. Ладно, а здесь, если проводить? Вот, например, здесь. До финики... Нет, вот здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, добивает. Дальше. Раз, два, три, четыре, семь, восемь, девять. До Мали добивает. И два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, отлично. Давайте. Только там кто-то стоит. Ну, подождем. Ядерный син. Вот, умные материалы наконец-то открыты. Плюс 10 к боевой мощи в обороне против наземных и морских. Умные материалы. И я думаю, вот это надо потом открывать. То бишь идем в кибернетику. Мы уже близки к научной победе. Но, правда, это еще строить все надо. Еще вот это не забывать все-таки. Так, а что у нас тут с плотинами? 8 ходов. Вообще уже поглотили клетки, смотрите. Вот тут у меня кампус был, блин. У меня там кампус был, нет. Что за хрень? Слушайте, а вот тут сейчас город может быть затоплен. Давайте глянем, какого... Когда следующий этап? 5-3 хода. А я 8 ходов. Слушайте, так Фоня может быть затоплена. Реально, через 3 хода Коня может быть затоплена. Это приколь. Это приколь. Да, слушайте, как только повышается CO2, это надо... Ну вот, видите, 2 урона, и ПТ-команда убилась. А, видите, человекоподобный робот не прокачивается своими уровнями. Он прокачивается именно в технологиях, если брать. Только если брать в технологиях что-то. Да, прикольно. Паводок предотвращен, но это не мной, правда. И что, три хода до таяния льдов. Уже почти на 3 градуса повышено. Наибольший вклад от меня, естественно. Вау. Если Коня... Вот если Коня реально будет затоплена и город уничтожен, мне это будет очень прикольно. Посмотрим, посмотрим. Продолжаем исследовательские гранты. Так, здесь надо уже умную экспедицию продолжать. Подождите, а в Покровке никакого нет? Ничего не делается? Никаких других космических проектов, я имел в виду. Один человекоподобный робот просто берет город. Ну, притормаживает уже, видите, переход экрана. Ну, блин, чувак, свали отсюда, у меня тут все высчитано.
Ладно, еще раз посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, до Финикии точно хватает. Вот до Зулусов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тоже хватает. Все, можно тут проводить концерт. Правда, тут 62%, что хреново пройдет. Не, нормально. Отлично. Молодцы. Молодцы. Унылые усилия, или как там они назывались. Так, этого сажаем в ИСЫК. Туры фигачим. Подводная лодочка плывет к Польше. Кстати, шедевр. О, я приплыл к космопорту. Алёша и его гитары. 50% всего лишь. Столько плыть на турне, чтобы после первого же концерта распасться. Начинала публиковалась статья под названием «Восходящие звезды» о концерте группы «Умственные усилия». Прикольно. Ну, конечно, в сетевой игре будет прикольно концерты проводить. Хре царапать моего робота. Я его не для того строил. Там какие-то стрелы из арбалетов, вот это вот все. It ascends from the earth to the heaven. It ascends from the earth to the heaven. And it again descends to the earth and receives the force of things superior and inferior. Так, еще и броня повышена у боевых роботов теперь. Запуск межпланетной станции. В дальний космос отправляется экспедиция скоростью 1 световой год за ход. Ее цель – освоение другой звездной системы. Ее прибытие к месту означает научную победу. Можно ускорить с помощью других. Ага. Слушайте, это становится похоже быть как на в прошлой Циве. Там тоже... 5% культуры за каждый город-государство. Каждый губернатор. 50% туризма. Я ничего не буду. Я хочу вот это открыть. Синтетическую технократию. Тогда уже. Так, писатель. Там ученый. Доделывается. Исследовательские гранты. Исследовательские. Слушайте, смотрите. Остается наконец-то список на том месте, где надо. Вот то, что вы последнее делали. Не надо мотать список, чтобы искать, где что. Так, повышаем Магнуса вот до кооперации. Тут должно быть сейчас в ИСЫКе куча производства. 130, ну это не куча. Просто такая, ну это нормально. Для моей игры вот тут сколько всего было сделано, это, конечно, нормально. Лептис Магну отправляем. Тут у нас контрразведка в космопорте. Обязательно. Герберт Джордж Уэллс. Он сейчас будет фантастические рассказы писать. Всякие, например, «Война миров». Что, ветроэлектростанцию? Фига мне золото, вот, честно говоря. Так, умственные усилия отыграли. Но я бы еще вот тут хотел. Вот зря у них... Хорошо, а если здесь? Раз, два, три... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это не дотягивается уже до зулусов тогда. 129. Ну, как-то не приближается у меня культурная победа. Это я чисто так. По прикольчику. Здесь
и на производстве. Так, тут что, я плотину подорвал? Е-е-е. Где у нас еще плотина? Давайте все ваши плотины мне в Тулузе. Ломаем плотины. Бесплатно абсолютно. Успешно повреждена дамба. Так, а тут я дорогу делаю. Два хода до лунной экспедиции. Ну, слабовато, но тем не менее группа не распалась. Группа разогрева о концерте группы Дивинорум. Дивинорум что-то расслабился немного. Звезду поймал, видите? Хуже стал выступать. Хотя в пустыне, блин, жарище, наверное, было. Тоже все это влияет, несомненно. Хоть жители города Покровка и гордятся его размерами, они не перестают жаловаться на тесноту и всяческие неудобства. Население города достигло 20. О! Задание по обнаружению вражеской активности в городе Стамбул выполнено, шпионов не обнаружено. Кампусы и все соседние районы будут защищены от вражеских шпионов. Смотрите, теперь появилось продолжить задание. Но я хочу на самом деле перевести и этого шпиона в Иссык. Так, Вавилон. Женева, Маскат. Может, в Антиохию. Да, с другой стороны, нафига мне Антиохия? Типа Окленд. Мать, аж 24 посла. Ну что там, только Окленд и видит, что ли? Вот нафига ему Окленд, если у него нету ни одного прибрежного города? Ни одного прибрежного города, а он засоюзил Окленд. Вот серьезно. Зачем? Города соединены. Very simple was my explanation. Машина времени соединены железной дорогой. Так, этот делает 3 довольства и 4 жилья для города. Давайте на распокровке. Этого торговца высык. И этого тоже высык. Этого шпиона, я имею в виду. Так, значит, где этот играет? На развлекательном комплексе. А тут потерял этот город в результате концерта 50 лояльности. Да, но у него, правда, плюс 30. Так, где у нас еще развлекательный комплекс имеется? К Зулусу идти, что ли? Да вот не вижу я у него развлекательных комплексов. А у этой чувихи его развлекательных. Поехали сюда концерт проводить. Дамба, дамба. Открываем дамбу. Диверсия на производстве. Ну, пока дальше качаем шпиона. Ай, ладно, пройду тут концерт. Хочет все. Потеряли юнит. Не хочет там уходить. Я думаю, что 3 вот этих робота города сносят только в путь. Так. Ну, межпланетный полет остался. Можно завершить несколько раз. С
фестивально-театральный клуб. О! Уровень моря повысит. Так, что у нас с коньей? Все-таки пока не залито. Все клетки побережья с пометкой побережья долины 3 метра затоплены навсегда. Это, например, какие вообще? Тут я не помню, чтобы что-то было. Или вот эти тут две клетки какие-то затоплены такие. Да, ну, по идее, конья должна была быть затоплена, но, как мы видим, в дальнейшем вот эти будут... А, это извержение вулкана. Вот эти должны быть затоплены, да? При повторном повышении уровня моря будет затоплено. И вот все-таки показывает конья. Через 4 хода. Но если через 4 хода конья не будет затоплена, то я не знаю. Неужели города не затапливаются? Это не прикольно. Должны города тоже уничтожаться. Вражескому шпиону удалось повредить космопорт в Покровке, но слава богу не в Иссе. Рим объявляет войну инкам. Давно пора. У чувака 6 космопортов. Ух ты. 6 космопортов, а тут в атаку идут рыцари. С дронами. Блин, рыцари с дронами. Ё-моё. Какие устаревшие. У меня сейчас культуры будет немерено. Так, берем новое правительство. Синтетическая технократия. Вау. Так. Убираем, тут ставим чисто содержание юнит. Так. Что из зеленых? Плюс 5% культуры за каждую не надо. Лояльность нет. На территории уровень вражеских шпионов падает. Ну, давайте возьмем, кстати. Право прохода и плюс 4 тоже нормально. Шпионы быстрее работают, тоже возьмем. Коммунистическое наследие ставим. Так, что из желтых карточек? Бонусы центра коммерции гавани, кампусы и промышленность, дополнительная наука. Ну, не знаю, все, наверное. Конечно, добыт ворон. Институт управления будущего. Интересно, а я в правительственной площади новое здание какое-нибудь появилось? Не-а. Новое правительство есть, а нового здания нету. Так, ладно, что открывать будем? Ну, пошли сюда тогда, нам надо вот это вот открыть. Вот это вот все неизвестное. Стамбуле, как там у нас с ученым? Берем 100%, есть. Дальше ученые есть, еще 1500, отлично, тоже. Давайте в исследовательские гранты. О, я в Идерне закончил плотину. Тут уже Идерне не затопит, я так надеюсь. Так, центр коммерции ремонтировать. Да, ну в прибрежных районах плотины просто строго обязательны, я смотрю. Местонахождение проекта. Ну давайте отремонтируем здесь космопорт, хотя мы в другом месте строить будем на самом деле.
Стадион построим. Здесь строим запуск колонии на Марсе. Плюс 100% космической гонки и 3 хода. Было 6 ходов, стало 3. Да, все до сих пор великие люди, конечно. Очень круто тут работают. Контрразведка. Давайте промышленную зону посадим. Ладно, хватит уже баловаться с этими ребятами. Давайте последние дороги проведем и здесь сделаю тоннели. Еще украдем шедевр. А где этот ворон? Что за шедевр? Это, наверное, ну, стих этого Эдгара По, я так думаю, нет? Сердце обличить. Да, ворон Эдгар Аллан По. Ну что, ядерка... Нет, еще не долетает. Плывем дальше. О, смотрите, они уже до желтого его довели. Ну вы чё? Ребята, это ж робот. Как вы можете так робота мучить? Так, а отсюда до польки долетает? Нет, еще, блин. Что за фигня? Я хочу ядерку сбросить. Так, Девинорм, ну не подведи. Блин. Блин. Да, Девинорм вообще звезду поймал. А что это разрушено все у этой Алиеноры? We have not fallen back upon the earth. No, nor are we submerged in the Gulf of Mexico. Yes, we are mounting into space. See those stars destroying rainforest for economic gain. Is like burning a Renaissance painting to cook a meal. Ну, чтобы вы понимали, вот эти 25 хитпоинтов, это каждый ход, тут куча юнитов по 2, ну, даже не по 2, по одному урону, где-то каждый ход 2 урона. То есть это уже десяток ходов, просто они колупают моего несчастного робота. Джинсы, е-е-е. Так, а что там еще для проекта космической гонки? О, давайте, может, инженерные. А тут 1500, нет, тоже. Это все тоже надо. Нет, все равно надо мотать, блин. Так. Театр. Джинсики, ей. Ну что, давайте морские поселения откроем, силовые ячейки, чтобы уже посмотреть окончательно все. Это будет все открытое дерево технологий. Давайте купим здесь рабочих, чтобы эти ячейки строить. Это, видимо, как компенсация затопленных клеток, кстати.
Так, и может быть еще купим этих концертников наших. Рок-группу. Еще одну. О, предотвратили сорвать ракетостроение. Ей. Just waiting to be explored and shared. Туризм, Сиднейский оперный театр, ничего не будем делать. Продолжаем задание. Вы ссыки, сперли. Еще шедевр. Так, робот тут все до сих пор стоит. Так, в Стамбуле жилья не хватает. Ну, а все тут на производство переключено. Так, кораблекрушение открыли. Вот, предотвратили. И это самое интересное, что это мой союзничек Александр Македонский мне тут пытается подгадить постоянно. Убит шпион Французской империи, убит шпион Римской империи, убит шпион Македонской империи. Три шпиона в космопорту были убиты благодаря моим антишпионским действиям. Прокачаем хищение средств. У меня, кстати, по-моему, ни одного шпиона не было убито до сих пор. Починили. Три посла. Вавилон я сюзерен. Маскат. Вот, Маскат, давайте сюзерен. За сюзерением там счастье от центров коммерции. Ну и пока оставим себе посла одного. Так, из Иссыка в Эги. Так, продолжаем железную дорогу строить. О, ветряные мельницы, видите, в море можно. Да, то следующим ходом у меня вон морские поселения откроются. Все караваны в Иссык. Так, рок-группа, что можно взять? Глэм-рок на театральной площади. Давайте глэм-рок. Продолжаем. А, все, тут уже негде шедевры тырить. Ну, в другой город тогда отправляемся. Я думаю, в Тулузе куча шедевров. Так, убираемся уже в Польше, чтобы ядерку кинуть. Так, следующим ходом у нас сейчас запустится. Опять меня начинают оскорблять, естественно. Сейчас у нас экспедиция, запуск колонии на Марсе состоится. Надо еще посмотреть, там как-то народ... Инки вроде там что-то делали. Я вроде не знаю, опять же, нахера ему столько... космопортов. Я все пропускаю здесь. Я уже не собираюсь торговать. О, еще одного убил. Да, но в данном случае хотел средства похитить, правда, а не космопорт. Я не знаю, тут уже столько армии польской убилось об этого робота. Даже сейчас интересно посмотреть, какая там сила армии. Мне такое ощущение, что просто уже вся убилась. Что, видите, приходят мечники. У него было куча ПТ-команд. Вот, наверное, новая сейчас построилась. И они все практически об робота.
научной победе. I must go down to the seas again. I shall return again to the light of the sun to prepare a home for thy descendants. Блин, все прям у меня классно происходит, прям. Следующий этап у нас какой? Запуск межпланетной экспедиции, тоже три хода. Ну тут явно дольше стала эта научная победа, вот просто вот ощущается, что она дольше. Ну что, это два производства и одно золото. А это две пищи, одно производство, но два жилья при этом. Давайте и то строить. То есть это морские клетки начинают нормальными быть. Понимаете? То есть вы их реально можете обрабатывать как наземные. Так, на театральную площадь. Ну, во-первых, ее обозвать надо. Дешевые роботы. Кстати, хорошее название было. Давайте и оставим. Дешевые роботы. Так, ну где? Где театральная площадь? Вот она. Тырим шедевр. Слушай, а что вот у нее тут все горит такое? То есть все затопление постоянное происходит? Да, кстати. Да не, короче, города не затапливаются, я смотрю. Ну, то есть какое-то затопление происходит, но оно как-то не особо на сам город влияет. Видимо. Отремонтировали. Ну, вроде да, да. Пригород достроим. Пылевая буря, но не сильная. Одна клетка повреждена, на одной повышена плодородность. Повреждена вот эта соединение, я так понимаю. The incomplete becomes complete. The crooked becomes straight. Дальнобойных атак против городов и военных лагерей 100%. Justice is the bond of men in states. Управление будущего. Что за управление будущего? Дает губернаторский титул трех послов. Доктрина умной силы. Плюс 4 единицы мирового влияния за ход. Плюс 7 к боевой мощи юнитов, разрушенных на территории. Ваши шпионы вызывают любой доступный вид повышения. Ваша рогой любой... О, давайте культурную гегемонию. Начнем. Убить шпион грузинской империи. Начнем. Приятно это читать. Термоядерные ракеты можем строим термоядерку.
Давайте Антиохию купим. А все культурные грешки, кстати, захвачены. Тут Карфаген постарался, Финикия, точнее, он еще арму захватывает. Так, теперь вот этот. Береговая электростанция. Тут мне раньше кампус был. Теперь береговую электростанцию ставим. О, неоткуда шедевр тырить, что тут театральную площадь расфигач. А, это у меня другой этот. Нет, похищение шедевра. А это тогда кто? Блин, нафига я тут тогда шедевр краду? Ладно. Давайте перебросим в Руан. Ну что? Блин, следующим ходом ядерку запустим. О! Жалко, что он города захватывать не могут еще при этом. Я посмотрю следующим ходом, может, можно как-то походить. Глянем на силу Польши. Ощущение, что она всю армию от меня слила. Нет, 2000. А у меня 1480. Нет, 2000, наверное, в мечниках. У нее сила армии у Польши намного выше, чем у меня. Это робот. Один-единственный робот на территории, и все, она ничего не может сделать. Видите, две ПТ-команды просто разбились об робота. С разбега, наверное, головой. Среди жителей османов крылатая фраза «побывать в Салохе» означает замечательно провести время. I love watching my mom argue with the GPS on the way home. Ah, my beloved. Fill the cup that clears today of past regrets and... Ваши шпионы. С другой стороны, у меня же все шпионы прокачаны. Я не буду менять. Просто интересно открывать новое. О. Улавливание углерода. Проект доступен в любом городе с промышленной зоны. По его завершении доля выбросов снижается на 10, а игрок получает 30% мирового влияния. Вау. Интересно. А императив исхода. Города с космопортом получают плюс 3 единицы алюминия и плюс 3 энергии. Космический туризм. Туризм других игроков по отношению к вашей цивилизации снижается на 20%. Ну, мне вот это нравится. Ну, с другой стороны, нам надо все вот это открыть, поэтому пошли в доктрину умной силы. Потом императив исход. Ну, чтобы открыть все, что мы не видели еще. Так, строим тоннель. Все, этот инженер закончил свою работу на благо империи. Время бросать ядерную ракету. Давайте на столицу, наверное. Вот сюда. И следующим ходом, наверное, кризис будет. Человек решил ядерку. Жалко, конечно, поделать. Так, ну, ходить он или может?
Могу я захватить? Нет, только стрелять. Жаль. Честно, жаль. Подожди, и ходить он может. Может, все-таки надо походить на поздно, не захватить ее? Блин. Надо проверить, опять же, следующим ходом. Так что будет? Мешаются только. Центральные площади, да. Дешевые роботы проводят концерт. Слабовато. Слабовато. Ну что, будет сейчас внеочередной кризис? Кого опять захватили? Арму. Короче, Финикия все прибрежные города захватывает. Какой мир? Мы все уже в ядерном угаре. О, кстати, у меня же повышение губернатору, что-то я не взял. Ну, Нобелевскую премию по физике точно я возьму. Я столько исследовательских грантов провел, что мама не горюй. Сейчас будет отсчет, видимо, до научной победы. I would say invisibility would be the time will come and is inevitably coming when all institutions. Ну и где? Где отсчет? Вот, вот. Ценитель, куратор, космическая гонка. Может, Пингалу посадить в эту, в покровку, хотя... Давно надо было это сделать, прямо скажем. И все равно космический проект у меня не тут проходит. А, давайте пересадим Пингалу в покровку. А Виктора в Эдирне. Так, ученый отличный. Сколько? Для начала строительства требуется 30 единиц алюминия, а тут завершение увеличивает потребление энергии в городе на 5. Увеличивает скорость вашей межпланетной на один световой ход. Так, хорошо, а где экспедиция-то? Собственно, так, тут союзы надо продлить с Александром. И с Мали. Да и с Мали можно согласиться дружбу. Пять союзов. Что-то канадцы не хотят дружить, хотя хорошо. Что-то канадцы не хотят дружить, хотя хорошо относятся. Так. В научной победе, что ли, смотреть? Почакутык. Искусственный спутник запустил, все остальное нет. И Двига тоже искусственный спутник. Один световой, ну и... А, вот, 0 из 25. Понял. Давайте
так сделаем. Точки Лагранжа и постройка лазерной станции. То есть, в принципе, после запуска 25 ходов до победы, но выполняя вот эти проекты, вы эту скорость увеличиваете. Все, мне, наверное, уже исследовательские гранты не нужны, я думаю. Можно ядерки фигачить. А, так я тут могу и в других городах тоже делать проекты эти. О. Требуется 20 урана, а для ядерного 10. Давайте логистику промышленной зоны. Не удалось похитить шедевр. Эх. Эх, пак. Так, где у нас еще театралочки? Боже, у меня еще из пасаргат что-то бегало. Я уж думал, я все перебросил. Так, проверяем, могу ли я захватить Познань. Да, захватывают города вообще без проблем. А я беспокоился. Продолжаем ядерную бомбардировку Польши. Ядерное устройство падает на Варшаву. Блин, жалко Польшу бомбить. Сейчас вся Польша будет в Лендовской пустыне. На производстве. Что, все, я все пооткрывал в техах. Ну офигеть теперь. Так, а тут что нового открылось? Информационная война. Когда вы уменьшаете очки дипломатической победы другого игрока в Северном Конгрессе, вам возвращается 50%. Плюс 1 к перемещению, если ход начинается на вражеской территории, плюс 50% при создании ОБР. Ну, такое себе. Тут кто-нибудь догнать может, но тут недалеко по Чехутек и Троян, а в культуре Алиенора. Следующая эпоха начинается. Я постоянно в золотой эре. Постройка лазерной станции. Еще одна лазерная станция. After 11 days passage in this violent flight, this, though best beloved, is another story of the... Будем менять. Средств диверсии, давайте диверсию проведем. Так, сколько осталось? 2 световых света из 25 пролетели. Уберем шпионы. Тут озарение, это мне точно не надо.
тут туризм. Давайте так к оружию. Строители. Тут можно ловить промышленные зоны. Постройка — это еще энергию в городе увеличивает потребление, но предостаток. Вот где мне энергоснабжение смотреть? Вот кто мне сказал вообще, честно говоря? Вот в городе как-то можно посмотреть. Вот энергия. Лаборатория минус 3, наземная станция минус 5. А плюс откуда? О, отличный. Ведь видите, плюс 0, плюс 2, плюс 6, плюс 2. Так что ли? То есть итого тут 10. 10 потребления, требуется 8. Значит, больше лучше не строить. Это будет превышено потребление. Ага, вот я и понял, для чего много космопортов. То есть вы можете в тех городах... Вот эту фигню можно, видите, вторую фигню только при алюминии. Мне еще не хватает 6 единиц алюминия, вот у меня тут алюминий есть. Давайте его обработаем. Что у нас с потеплением? Все, на последней стадии, я так понимаю. Потеряно 85 льдов. О, точно исчезли, ребят, смотрите. Чуть-чуть тут что-то плавает, а так все затоплено. Кто не успел построить плотины, тому хана. Да, это, конечно, круто. Странно, Польша не созвала внеочередную сессию, чтобы ей помогли против ядерного оружия. Да, человекообразные роботы — это жопа. Похоже, всему живому, что на своем пути будет встречено ими. Куда следующая ядерка летит? Польская. На Радом. Остался. Странно, не разрушаются тоннели, хотя, наверное, и не странно. Так, в покровке мы уже выяснили, что не хватает, а вот здесь, а тут 10 из 10 тоже не хватает. Значит, лазерную станцию мы больше не строим. Вон Трира там, видели, затоплены клетки сейчас. Вот тут, вот это вот были клетки, нет, вот так. Вот тут две клетки точно были у Трира, потому что вот этот развлекательный комплекс стоял. Затопило.
Да, немножко подвисает в конце игра таким. Да, куда мне деньги делать, честно говоря? Может, какие-нибудь здания понакупать? Все, и этот инженер закончил свою работу. Вот сколько, вот последнее общество будущего. Ну, тут чисто губернаторские титулы и 50 влияния. Можно завершать много раз. Давайте борьбу с глобальным потеплением. Ну, тут мне не интересно, мне эти все не нужны. Фашизм, что в фашизме осталось? Культура и лаборатория, тоже ничего не надо. Не надо в капитализме. Что, торговый центр? Давай, капитализм откроем. Оперу и балет. Теократию. Все. Ну и дальше то, что не открыли. Я, похоже, все открою. Очередной концерт. Привезли. Новое голосование в Конгрессе. 20% прироста населения за ход, но минус 5 лояльности за ход в городах выбранного игрока. Давайте, пускай... даже Алеоноры, например. Но мне это вообще пофигу. Запретить строительство зданий этого типа. Угольная электростанция. Так, дипломатическая победа. Давайте мне вообще все очки в это вложим. Потом опять Алеонора выиграть. Так, и всемирные игры. О, хочу всемирные игры, круто. Результат. У Александра прирост населения прошло. Я 2 очка дипломатической. Ну, похоже же, дипломатическая победа тут очень сложно будет. И всемирные игры проходят. Отлично. Fetter this malefactor to the jagged rocks in adamantine bonds infrangible. Гаси, я получаю ускорение технологий, плюс один уран вход от каждого университета. Ничего себе. У меня сколько урана вход? Тогда будет плюс 27. А, тут же еще юниты потребляют уран. Флотоводец. Базар. А что случилось? Вот это было, что ли, буря? Знаете, что я подумал? Что я могу алюминий-то покупать, чтобы быстрее тут проводить. Сколько у нас осталось? Преодолело 6 из 25. Четыре световых года за ход. Давайте мы, наверное, опять эту начнем. Запуск орбитальной лазерной точки Лагранжа, 30 алюминия. Может, я могу купить у кого-то еще. Я думаю, что там алюминия много кто обработал. Вот, 17 алюминия. Что ты хочешь за 17 алюминия? $270 золота. Принимаем. Дальше. Мали. 10 алюминия. 7.
Только 7. Принимаем. Я тут как? Тут у меня плюс 607. Нормально. Дальше. Дидона. У нее нету алюминия. У Александра. Нету алюминия. У Ацтека. Нету алюминия. Сколько мне не хватает алюминия еще? Мне 5 алюминия надо. Какое-нибудь... У меня более-менее отношение. Есть алюминий? Нету, блин. Так, хорошо. Инк. Нет, неужели больше никого нету алюминия? Араб. О. У вас уже максимально возможно число этих плюсов, если максимально возможно. Ну как накоплено 55 из 55, если я только что использовал? Ну ладно, я понял. Следующим кодом купим. Давайте улавливание углерода делать. О, подготовка к спортсменам. В Познане. Ремонт. На производство. Ну, этого сразу должен находиться на клетке с военно-морским юнитом. Окей, есть у нас такие клетки. Да, повисает, конечно, в концовке игра. При том, что явно она не все использует, и не все ресурсы все равно. Я уже не перебрасываю караваны тут. Не в производстве дело. Так. Давайте используем прыжки. Вот сюда. Прыгнем. И что, я ходить сразу могу? Нет, не могу. Бомбардировка Польши продолжается. Давайте Торонто, ладно. Последний город, еще не подвергнутый бомбардировке. В общем, Польша в ядерном пепле. А, нет, еще Тарнов остался. Самый дебильный город. Курорт. О, как он? Пытался пробраться тихой сапой. Демагог. Соответствую целям Маури Демагог. У меня очередная сессия. Во, наконец-то, ядерное оружие. Что-то долгое. Конечно, я против. Сулейман захватил город Познан. Тоже против. Ну, там явно будут голосующие за. Скорее всего, пройдет.
Оба кризиса, сейчас мне кучу войны объявят, я думаю. Ну, этим и интереснее. Нет, не прошло ничего. No, my friends, we have not fallen back. It has been said aforetime that he who knows both sides has nothing to fear in 100 fights. Захватываем Варшаву. И строим еще одну точку Лагранжа. Запуск орбитального лазера в точке Лагранжа. Готово. Так, что у нас с победой? Пролетели уже 10 световых лет, а скорость... Блин, я только что тут видел, где написано скорость. Вот. 6 световых лет. Блин, еще 3 хода будет лететь. Мне бы еще, значит, алюминия прикупить. Пять накоплено. Мне уже 60 алюминия надо. Я думаю, вряд ли я где-то его куплю. Но если я куплю 60 алюминия, то мы за 2 хода должны улететь. 2 алюминия. Так, сейчас мы всех пропылесосим. Я не буду вам это показывать, просто сейчас сразу включу, сколько я купил алюминия. Я таки наскреб 60 алюминия, но практически, видите, у меня нету даже денег в ход, но 4000 еще осталось. Так что строим здесь запуск в точке Лагранжа и здесь. По идее, за 2 хода должны улететь, я думаю. Так, в Варшаве. А, район загрязнен. Открыли всякие сады ремонтировать. Подготовка спортсменов. Логистика завершена. Улавливание углерода. Улавливание углерода. Спортсменов. Но уже негде. Так, этот что умеет? Подрыв плотины в Тулузу, значит. Этот что умеет? Диверсия на производстве. Ну, не знаю, к инку давайте. Странно, что при этом солнечная электростанция... Надо, чтобы солнечные электростанции в пустыне что-то еще больше давали, чем просто солнечные электростанции фиг знает где. Ну, потому что, ну, на лугах тут не факт, что солнечных дней много. Да. Планету мы изговняли, в общем. Радостно. 85% льда потеряно.
Интересно, а могут вообще все проиграть? Если тут надо еще, конечно, сделать, что мы можем изговнять планету, и все проиграли вообще. То есть жопа наступила на планете, и все проиграли. Это было бы эпичненько. Так, еще одну запускаем. Always try to rub up against money. For if you... Делаем. Подготовка спортсменов. Музыкант. Улавливание углерода. Улавливание углерода. Подготовка спортсменов. Подготовка спортсменов. Улавливание углерода. А, подождите. Я думал, это зона контроля, он дальше не пошел. Это он подвис так внезапно. Да, короче, я одним, собственно, роботом по-хорошему хожу и захватываю всю Польшу. Ну да, пару ядерок скинул. Не спорю. Виноват. До сих пор ни одного шпиона не убили. Так, ну что? 6 из 12 из 25 и 8. Блин, 4 не хватает. Одного очка не хватает. Ну ё-моё. Придется 2 хода. Ну ладно, я, наверное, уже просто прощёлкаю, потому что 2 хода до победы. Я не знаю, тут больше нечего смотреть. В общем, приблизительно все понятно. Конечно, изменение климата хорошо. Я не вижу, вот то есть многие боялись, что придется отключать рандомно. Вот эти события, что они будут сильно влиять. Мне нравится, как оно организовано, потому что оно вроде как и ухудшает положение, но некоторые клетки делаются лучше. То есть оно такое двоякое, это прям не наказание совсем уже. То есть надо что-то поделать, но с другой стороны и неплохо. Вот это то, что клетки прибрежные затопляются, это офигительно. Видите, вот это видно, что они даже затоплены здесь. И плотины надо строить. То есть надо подготавливаться. О, извержение. Везувия опять, кстати. Мега извержение. Уже третий раз за игру, кстати. Везувий так делает. Ballet projects a fragile. Так, ну что, серьезно, одного очка не хватило, да? Одного года. Ну, сейчас будет победа, я сразу просто кликаю уже, чтобы просто победить в игре. Ваши впечатления, пожалуйста, в комментариях пишите, а дальше я не буду мешать, наверное, наслаждаться победным роликом. И он, наверное, должен быть другой, потому что мы все-таки на экзопланету летели, а не просто в космос улетали, или как там, это морская экономика. Должен быть другой ролик, мне кажется. Сейчас посмотрим. Давайте, заканчивайте уже. Оставил Польшу в живых. Практически захватил. Ну, боевые человека... Ну, игра удлинилась. Видите, 166 ход я улетаю. Явно, если бы не вот это все, я, ну, наверное, на 130-м, на 135-м бы улетел. При прочих условиях. Ну что, давайте. Финальный ролик. Крупное наводнение. Надеюсь, это не в космопорте. Нет, не в космопорте. В Трабзоне.
much as our ancestors did ages ago, we thrust forward into the unknown. The first pioneers set forth on an uneasy course. Не нарисовали новый видеоролик тот же. Ну тогда я его пропущу. Ну и конечно, повтора не сделали. Графики давайте глянем. Веры заход всего великих людей. Алеонора больше всех получала, я ее догнал. Войн объявлено, городов захвачено явно я первый. Основано, потеряно, губернаторов. Зданий построено тоже, наверное, я. Религия всего сражений. О, здесь у нас, кстати... Кто это? Нет, кто это? Это не я. А вот здесь был, я воевал. Наверное, скифы. Которые... Или нет? Да, точно, скифы больше всех. Ну да, они с персами воевали, потом со мной. Чудес создано, юнитов потеряно. Видите, я предпоследний по потерям юнитов. Юнитов уничтожено. Наверное, первый по уничтоженным юнитам, да? Нет. Кто первый? Венгр. Ну, там Венгрия отбивалась постоянно. Культуры заход, тут я тоже на первое место вышел. Науки заход, я давно был первым. Ну и все. Да, жалко, что нет опять финального ролика, где показывается развитие, к сожалению. Ну, в общем, вот такой результат. Первая игра на божестве в дополнение. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!